Мозыщина – одна из первых в Гомельской области, где началась прививочная кампания против коронавируса всеми доступными в стране вакцинами. На сегодняшний день жители города и района могут вакцинироваться российским спутником ВИ, китайским препаратом Веракел, а также получена первая партия однокомпонентного спутника Лайт. Всего по состоянию на 29 сентября полный курс иммунизации в регионе прошли 27 345 человек. Первый компонент вакцины получили 35 030 мазырян. Именно вакцинацию медики называют главным способом, который может остановить очередную волну пандемии. С COVID-19 мир живет уже вторую осень. Но, как отмечает ВОЗ, вирус стал коварней. С тяжелой патологией в реанимационных отделениях уже не только люди преклонного возраста и с хроническими заболеваниями. Вирус помолодел. Врачам все чаще приходится спасать тех, кому всего за 30. Вместе с тем пациентов, привитых от коронавируса, в реанимации нет. Мазыряне могут получить вакцину в поликлинике по месту жительства, а также в торговом центре «Бобровске», где оборудован специальный пункт. Мобильные бригады медиков продолжают выезжать на предприятия региона.